Отлично, ты проснулся, и очень вовремя. Эй, я тут. Посмотри на свой передатчик. Послушай меня. Ты кто такой? Считай, что я твой друг. Немедленно выбирайся с этого места, слышишь? Пока твои мозги еще не разобрали по винтикам. И старайся не шуметь. Никто не знает, что ты собрался уходить. И не должен знать. Что тут вообще происходит? Скоро все узнаешь. Сейчас нет времени. Пожалуйста, приложите ключ авторизации. Боже, я ведь просил обойти. Ну, так получилось. Ладно, иди к терминалу. Нужный ключ у тебя уже есть. Черт, вот здесь серьезная охрана. Будь очень осторожен. Если схватят, считай, что погиб. Лифт не работает. Поговорите с администратором. Нет уж. На разговоры я сегодня не настроен.
Черт. Ладно, поедем эконом-классом. Погоди. Здравствуй, Нэм. Надеюсь, ты уже обвыкся в новом теле. В любом случае, сейчас нельзя терять время. Сперва тебе важно покинуть лабораторию и найти нашего связного. Просто делай все как оговорено, и тебе помогут. Поспеши. Эй, друг, может объяснишь, что все это значит? Видимо, какая-то старая запись. Да мало ли что, забудь, тебе действительно надо выбираться. Охрану! Какого черта? Сигнализация не включена. Теперь у нас будут проблемы с охраной. А до этого не было, что ли? Узнаешь, если не поторопишься. Скорей, мы почти выбрались. Тебя встретят друзья.